Вы смотрите канал CryptoDealers. Подпишись прямо сейчас, чтобы не проспать To The Moon. Криптобиржи в Таиланде должны сообщать о подозрительных транзакциях. Тайский регулятор объявил о плане по изменению действующих правил с целью предотвращения использования криптовалют в незаконной деятельности. Действующий генеральный секретарь Бюро по борьбе с отмыванием денег Таиланда при Чачарагин Саянон заявил, что криптовалюты имеют все шансы на то, чтобы стать новым инструментом для отмывания денег. В связи с этим тайское бюро займется обновлением законов, направленных на противодействие отмыванию денег, что должно помочь предотвратить использование криптовалют в преступных целях. По мнению чиновника, целесообразнее всего начать вести соответствующую деятельность переработки закона о противодействии отмыванию денег, согласно которому биржи криптовалют теперь будут обязаны сообщать обо всех подозрительных транзакциях ведомству. «У нас может не быть подтверждений, но это не значит, что преступления не совершаются», заявил Чараян Санян, комментируя текущее положение дел в стране. В публикации в Bangkok Post также упоминается схема, участниками которой предлагалось купить доли в мошеннической компании за биткоины. Этот случай продемонстрировал, что криптовалюты могут применяться в незаконной деятельности. Примечательно, что на этой неделе налоговая служба Великобритании потребовала от криптовалютных бирж предоставить имена пользователей и историю их транзакций. Соответствующие письма получили Coinbase, eToro и CAX.io. По информации ForkLog, ведомство интересует данные за последние 2-3 года. Если слухи подтвердятся, это не коснется тех, кто приобрел биткоин в 2012 и 2013 годах. В службе пока не подтвердили информацию, однако заявили, что ведомство имеет полное право требовать такие данные у биткоин-бирж, поскольку криптовалютные операции могут облагаться налогом.